Всем доброе-предоброе утро. Вот такая у нас красота. Море волнуется раз. Море волнуется туман. Ну, когда вот такой туман, говорят, что это к жаре. Но куда больше, и так 40 градусов. Иду на работу. Везде машин дофига, припарковано, что тут я такой. Смотрите, везде, где хотят, где не хотят. Ой, когда же этот август закончится и начнутся наши нормальные, обычные дни. Все. Чуть без ключей не осталось, пипец. Да, Митико? Мужа машина что-то там сломалась. Ну, не сломалась, вернее, там что-то вода подтекает или еще что. В общем, отвез ее к механику. Вот, и я его забрала на своей машине, он там по делам своим поехал, ну и ключи-то у меня в зажигании. Иду такая домой, думаю, что-то мне все равно не хватает в руках, а у меня всегда в руках ключи. Иду такая, думаю, что-то мне не хватает. Такая уже туда-сюда шла, думаю, блин, а я же без ключей. Давай быстрее ему звонить, говорю, ключи, я же домой не зайду. Вот, хорошо, он тут не уехал, припец. Сейчас бы сидела. Хорошо, телефоны есть, я не знаю, как раньше без телефонов жили люди. Это просто какой-то кобздец. Кстати, у нас сегодня цвет настроения белый. Вот такая у меня сегодня. Вся в белом с моей пусечкой-лапусечкой, да? Хочу сделать себе сейчас вкусняшку такую. Сейчас все увидите. Что-то думала, у меня там остался суп. Вчера муж не ел. Вся у меня есть. Я себе в такую вкусняшку я буду готовить, потому что он все равно мою вкусняшку не ест. Ну, не знаю, не то, что не ест, он ее как бы не пробовал, экспериментировать не будем. Вдруг не понравится. В общем, сейчас все увидите. Буду раздеваться. В общем, буду делать себе фунчозу. Приготовила здесь овощи. Сейчас я их нарежу такие вот полосочками и буду обжаривать. Обжариваю на максимуме, чтобы они были как бы полуготовные. Ну, как в китайских ресторанах, допустим, там овощи все готовятся до полуготовности. Вот, потом добавлю шампиньоны. Когда уже будет почти готово, шампиньоны быстро. Здесь у меня уже фунчоза заваривается. Добавлю вот такие специи, мне привозила Таня из России какие-то. Остричный соус, соевый соус. В конце еще потру чесночок. И креветочки замороженные. Добавила устричный соус уже. Вот. Теперь добавлю креветки. Прям замороженные, чтобы вода от них... Чтобы вода от них таяла и как бы бульончик появлялся. И готовим до готовности креветок. Солю я всегда в конце, чтобы соевый соус, он соленый, и чтобы не переборщить солью. В общем, пахнет уже обалденно. Добавила соевый соус по вкусу, и сейчас потру сюда чесночок, выключаю и смешиваю с фунчозой. И все, готово. 5 минут, и все готово. Это очень вкусно, всем приятного аппетита. Вкусно, быстро. Вот так. Я уже на своем любимом месте, излюбленном в последнее время. Сижу на своей сидушке. Хочу вам показать, ну так что-то. Если вам интересно, что у меня в пляжной сумке. Вообще, с чем я на пляж хожу? На пляж хожу я, ну, естественно, это кекс. Вот это. Она уже такая чумазая. Это, кстати, мой нелюбимый кортинглес. Ей уже 3 года, наверное. Но она удобная, потому что она, во-первых, бумажная, ее нельзя стирать. И удобная, что нет вот сзади вот этой фигни. Потому что я обычно вот так убираю зон и сажусь вот так, да. И то есть вот это, если была бы вот эта часть сзади, она бы мне просто мешала. У меня есть шляпа с полными полями, но как бы оно мне не нужно. Так, шляпы разобрались. Подушка, обязательно подушка. Когда ложусь я на живот загорать, там полежать немножечко, под голову подушка надувная.
полотенце раз для лица, полотенце два, на котором я лежу. Они обыкновенные, никакие не пляжные, обыкновенные полотенца. Запасной купальник, в который я переодеваюсь, когда снимаю этот. Домой не езжу, сырая, ну, в общем-то, не надо. Ножик на данный случай у меня. И яблоко. Обязательно беру какой-нибудь фрукт с собой, чтобы, ну, чтобы... Я вам вчера рассказала, почему. Бутылка воды. И она вот в таком чехле. Тоже ей уже года три. Это термочехол, в общем. Вода не согревается. Вот так пипочка открывается, и оттуда вода льется. Я ее каждый год мою. И вот она у меня из года в год. Очень, кстати, удобная. Покупала в Алькампо. Как и вот этот зонт, который у меня лепится на кресло. Очень удобно. Он тоже покупала в Алькампо. Ну, а кресло обычная сидушка с карманом. В карман я всегда... У меня очки. Я люблю нырять под водой. И чтобы рассматривать, что почем и как. И ключи от машины, чтобы не искать их потом в сумке. Что у меня тут еще? Ну, это очки протирать, салфеточка. И обычно я сюда кладу телефон, когда слушаю аудиокнигу наушниками. Так, ну пакетик для мусора, естественно, чтобы всю мусорку выбрасывать в мусорку. Вот такой пакетик у меня еще, ой, такой есть, сумочка. Здесь у меня уже лежит. Вот так у нас продают пирожки с шоколадом. Телефон. О, как вкусно пахнет. Крем для лица от для солнца. От вот такой фирмы. И совершенно мне нравится. 30. Мне 30-ки хватает вполне. Для того, чтобы загореть и не обгореть. Замечательно. Больше и не надо. Кстати, хорошо увлажняет, и кожа лица становится такая прям, ну, не это. Ну, хорошая. Мне нравится. Так, что у нас тут еще? А, кстати, я крем не взяла обычный. Блин. Обычный крем обычно у меня всегда тут лежит для тела, но он у меня остался в машине. Потому что я вот эту сумку домой ношу, но вот полотенце оставляю в машине. Не, естественно, я их стираю, но не каждый день. Может быть, каждые два раза. Вот так. А ношу обычно вот эту сумочку только. Наушники. Потому что слушаю аудиокнигу. Затычки в уши. Люблю плавать при волнах. Но сейчас меньше. Еще одни наушники. Одни мне, другие мужу. Он что-то в этом году не хочет купаться. Вот. И все. И кошелек. Но кошелек оставляю в машине на всякие пожарные. Кошелек почти не вожу. Но вот сегодня я хочу съездить в Меркадон. У меня закончилось молоко и все такое дела. И вот чем он там. Такой мужик смешной вот этот. Вода, кстати, сегодня холоднее, чем позавчера. Вчера тоже холодная была. Сегодня, наверное, как вчера. Позавчера еще нормально было. Не знаю, с чем это связано. Хотя море спокойное, смотрите. Прикольно так. В общем, такие пироги. Сейчас буду включать. О, я, кстати, сегодня. Сейчас вышла. У мужа завезла, чтобы он забрал свою машину. Еду уже на пляж, и мне звонит этот поставщик, который мне привез кроссовки. Представляете? Я ему говорю, подожди 5 минут. Там знаете, что мне не нравится? Потому что нет времени, там, допустим, подождать с 4 до 6 или с 2 до 4. Сегодня с утра просто было, что их привезут. А во сколько, когда, то есть сиди целый день и жди, когда тебя привезут. Я так не люблю. Что это такое? В общем, и вот я сегодня пока на пляж ехала, он мне звонит, говорит, ой, а тут вот я вот по этому адресу, тут никого нету. Я говорю, сейчас 5 минут. 7 минут я потратила на то, чтобы доехать до дома, там ехала. В общем, кроссовки лежат у меня в машине. Я их уже, естественно, померила. Потом приеду, вам покажу, как, что, почем. Но мне они понравились очень. Так что вот так. Сейчас поеду, говорю, там лодочки всякие белеют, парус одинокий плавает. В общем, смешной такой мужик вот этот. Раз, два, три, четыре. Ой, сейчас бы как бы не заметил он меня. А,
я же все-таки не на телефон снимаю, а на камеру. Ой, ну вот он минут пять вот так вот что-то. Может быть, он перед кем-то. Тут никого, в принципе, нету. Вот сзади меня, впереди меня с детьми и я. Он сначала вот тут был, потом туда ушел. Может быть, он увидел мою камеру и решил на камеру так повыделываться. Ой, смешные люди бывают. Хорошо, присоединяйтесь. Я уже дома. Вот мои кроссовочки. Купила я их на сайте Zalando. В общем, удивило приятно, что это... Я уже их просто мерила на пляже. В Италии сделано, но пришли они мне из Германии. Странно как-то, да? В общем, вот такие. Мне что понравилось, что нос вот такой круглый, не вот заостренный такой. И смотрится, мне кажется, они как-то аккуратненько. Я хотела какие-нибудь такие вот цветные. Сейчас посмотрела у всех эти цветные кроссовочки. Думаю, а я что, я лысая, что ли? Ну, не совсем лысая, почти лысая, но есть еще волос на голове. Сейчас померяю. Я их уже мерила на пляже, но там так неудобно, без носков. В общем, на ногу еле натянула, но натянула. Хотелось узнать, как раз или не как раз. В общем, вот так они смотрятся. Размер подошел, прям размерчик мой. Знаете, там вот, кстати, на сайте хорошо написано, что... Какое-то пятно на камере. Видимо, внутрь попало. Блин. В общем, на сайте хорошо, что написано, что... Ой, я что-то приблизила. Маломерят они или нормальный размер? Вот на этих было написано, что соответствует размеру. Смотрите, как аккуратненько смотрится, правда? Ну, красивый, мне прям нравится. Блин, а вот это пятно мне совершенно не нравится на камере. Так вот. Так что пишите комментарии. Как вам мои новые кроссовки? Ну, а это я в Лидле купила. Молоко какое-то не пробовала. Со всякими... Ой! Со всякими тут витаминами, все дела. Это ополаскиватель для белья. Пахнет вкусно. Моцареллу. Надо доесть с этими... С черри. Моцарелку. Это у меня есть рикотта и шпинат. Я хочу начинить вот эти вот шпинатом и рикоттой. Должно быть вкусно. В духовке сделать. Вот такие рыбные палочки взяла. Завтра себе сделаю, пожарю. Вот. Так, а что, пятно ушло? А, нет, не ушло. Даже не мечтай. Еще буду фасоль завтра делать стручковую. Вот с таким. Такой взяла хамон. Уже квадратиками порезанный. Яйца. И вот такое мороженое смузи. Но оказывается, у меня полный морозильник этого мороженого. Я думала, его мы слопали, а оказывается, нет. И все, больше я ничего не взяла. Сейчас немножко полежу, поотдыхаю и пойду с Чарли гулять. Вот такие вот дела. У нас праздники в самом разгаре. Если слышите, там где-то сцена, праздник, поют. И где мы вот раньше гуляли, там, где наш муниципальный бассейн, там все устроили. Много парочек сидит. И людей, молодежи, наверное, уже пьяные в дребедень. Потому что все это днем. Вот опять забастовка. У кого праздник, а у кого забастовка. Маму! Минга, маму! Маму! Бежит, бежит. И вы знаете, на этой и на следующей неделе почти все магазины после обеда закрыты. Потому что люди не хотят открывать для... Ну, для... Для нетрезвых людей, скажем так. Вон они все целуются, все любуются, чуть ли не сексом занимаются. Знаете, им лет по 13-14. И вообще, я вот себя вспоминаю, я не такая была. Я, конечно, не зануда там или еще что-то, но, блин... Ну, рано. Я в 13 лет в куклы играла. У меня дети выросли, наверное, лет в 16-17. Пипец. Ужас. Это не все вот там прям. А время-то всего 9 час.
не так уж и... А что будет ночью? А ночью ничего, наверное, они обожрутся уже и пойдут домой спать, я так надеюсь. И мама, папа их тоже надеются на это. Ну ладно, не будем старыми занудами, пускай любуются, целуются, лишь бы не во вред себе и не делают всякие плохие вещи. А там? А мы будем гулять. Вот там вот тоже парочка, смотрите, сейчас будем подглядывать. Вот они стоят. Видите? О. Вообще не пойму, что это две девочки, что ли? Это вообще две девочки. Пси! Это вообще две девочки там стоят. А сзади был мальчик с девочкой. Так вот. Подглядела на свою голову. Головушку мою. Будем за Чарли наблюдать. Мне кажется, так интереснее. Да. Смотрите, тут даже все перекрыли. Специально пришла, чтобы заснять. Я по этой дороге там только проехала буквально час назад. Все регулирует тут полиция. Видите, вот там. Потому что иначе машины вообще не могут продвигаться. Пипец. Кто как едет, ужас. А ведь смотрите, кто тусуется. Одни молодежь, одни малолетки, видите? Одни малолетки. Там вот у нас на этой... Как это назвать-то? Смотрите, видите? Тусня какая у них. И вот поэтому закрыты все магазины, чтобы вот это все не шло в магазины. Смотрите, как там все переполнено. Вся эта площадь. Масштабы праздников. Я не люблю такие сборища. Потому что мне страшно, я так боюсь пьяных. Видите, все закрыто. Хотя время еще не позднее. Поэтому во время праздников все закрыто. После обеда. С утра до открыто. Ну, это китайские они. Они и зимой, и летом, как говорится, одним цветом. Намыла себе 3 сливки. Я уже никуда не пойду. Кто понял, тот понял. Такая красивая, маску нанесла, кожа сохнет, страсть. Намазалась вся кремом, и уже все. И уже как будто и не бывало его. Мне сегодня один клиент сказал, что ты не загорела? Я говорю, чего? Говорю, не загорела. Я говорю, ты мою пятую точку не видел, но я тебе ее не покажу. Вот, мы посмеялись так, представляете? Он говорит, я не загорела, офигел вообще, я тут каждый день на пляж езжал, мне тут и ты не загорела, обалдеть. Буду с вами прощаться до завтра. Тима, завтра на пляж не поедем, да, завтра купаться не поедем, потому что завтра работаем. Так что всего вам самого наилучшего и всем пока-пока!